think the girls with the nails done now. Всем привет. Так, в общем, ребятки, это у нас уже десятый юбилейный Nick Days. Я только приехал на спот, и почему-то мне сейчас на голову капнула капелька. Ой. Короче, в общем, начинаем снимать от первого лица. Посмотрим, что у нас сейчас из этого выйдет. Тут пока все стоят, отдыхают, дождик капает потихонечку, но ничего страшного. О, нифига, прикольно. Колян, давай такой снимай. Давай. Вот, это типа мы снимаем. Ой. Прикольно. Так, а вот что теперь делать? Мы закованы, получается, в один угол. На улице пошел дождь, мы не можем кататься, снимать трюки. Соответственно, нужно о чем-то поговорить. В общем, хотелось бы спросить насчет контента, в плане того, что... Напишите в комментариях, что вы хотели видеть. Вот вы, допустим, могли наблюдать то, что мы выпускали разные лайфхаки, разные там подборки трюков, также какие-то там сколько стоит байк рубрики, ну и всякая такая интересная штука. Что вам будет интереснее как бы смотреть, или Nick Days, или такие рубрики, или все подряд. То есть уточните конкретнее, чтобы нам знать. Спасибо. А давайте это, короче, играть в камень-ножницы-бумага. Кто проигрывает, едет, какой-то трюк делает, короче, время под дождем. Согласен, давай. Сейчас замутим для вас интересную штуку. Короче, такая тема. В общем, мы придумали сейчас играть интересную игру под дождем. В общем, все спорим в камень-ножницы-бумага. Кто проигрывает, должен любой трюк сделать под дождем, то есть на вот этом всем пространстве. Давайте, если, короче, человек говорит трюк, если он его выполняет, то ничего получается. Ну, выполнил, все, молодец, обратно встает. Если не выполняет, он получает букву. То есть играем, короче, до, давайте, трех букв. То есть... Кто проигрывает, покупает две буквы. Окей. Линии нельзя повторять, похожие, чтобы были прям. Все, давайте быстрее, пока... Все, давайте, пока дождь сильно не начался. Давайте быстрее. Раз, два, три. 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 А-а-а-а. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Че, кто проиграет, он на первый? Да, я, короче, гадаю. Ух, там очень сильно началось. Давайте две буквы. Давай, нет, я загадаю халкам через эту, короче. Я промокну, пока доеду, а я сейчас сюда засплю. Давайте начинаем с легких. С лайтовых, ой. Да мы, наверное, до сложных не дойдем. Че-то это, пацаны. Ну, тогда следующий. А, ну давайте, кстати, реально так сделаем. Типа, давай. Допустим, я уже не спорю, остальные сейчас спорю. Раз, два, три. Давайте. Окей, ладно, давайте нолли на дизастер, ноузбонг по скату и халфкап через ток. Раз, два, три. Ясно. Сани остались последние. Кстати, мне кажется, дождь... А, нет, он идет. Мне показалось. Я слепой. Давай, думай, быстрей. Ладно, он, короче, сделал. Не, подожди, все. Ты сделал, но если не записалось, то не записалось. Типа, это просто SD-карта начала. Сейчас в итоге ты последний, да, делаешь? Короче, я сделаю треху. Треху, давай. Давайте попробую, короче, лейзи в анете полукруг халфкэп. Чтобы не забрызгаться, короче. Как
криво, но вытянул. Ай! Быстро не поедет. И медленно, не прикольно. Ух, я заснял, интересно. 90 хотите вынуть? 90 хотите вынуть, давай. Покупаешь на бутылки вынуть? Когда ебал? Давай. Давай. Блин, я хотел сделать. Ты за ним можешь. Короче, ванейки слайпуй. Давай. Он последний. Хорош. Гадай. Чикен. Чикен. Уа, присел еще вот так. Колян, плюс одежду просто. Получится, если не ссать. А на данный момент у нас полундра. Полундра! Рассказ Грома. Давай, давайте ноу-фуд, давайте ноу-фуд. Давай, все, фейки досок. Все, выходи. Маленький досок. Потом. Просто ванете, можно это? Пойдем. Можно. Ну или через сток ванете, давай. Буква! Рокл. Рокл, давай. Я немножко тут криво снимаю, правда. Блин, там такой холодный. Все, скользко? Нет, кеды скользко. Просто мэнул. Мэнул в такую погоду, конечно, вообще. Короче, я не буду выпендриваться, когда я в ванете. Ноль ванете. Было, 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 было. Угадаю, в общем, ванете ван хэнд. Раз по ванете пошли. Вот сейчас точно было. Тара-тара-ди-да-дай-на-на-на-на-тара-дара-ди-да-дай. Ау, е, на-на-на. О! Смотрите, облака, я помню, это, в инсту выкладывали такие же. Сфоткай? Я тоже сфоткаю. Мы сейчас отправляемся на следующий спот, чтобы разведывать обстановочку там. Может быть, нам повезет, и там будет сухо, и мы сможем покататься и снять для вас еще какие-нибудь линии, трючки и так далее. Да, мойку велосипеда, кстати, не помешало бы мне очень сильно. Надо его помыть. Ой-ой-ой! О! Нет, не надо слов! Не надо паники! Это мой последний день на Титанике! Извините, пропустите! Быстрее едьте! Или едьте, или пропускайте! Незаметно, что я снимаю? Вообще незаметно! А, low battery. Мы поняли, что работник компьютерщики, короче, рассказали. Она говорит, Саня такой, типа, с карты спешите мне, пожалуйста. Она говорит, надо именно карту, с телефона никак, мы говорим, уже списывали до этого, типа, что нормально работает. Она такая, нет, нет. В итоге такая, а, работает, говорит. Говорит, а у других не работает. Мы Саня, знаем лайфхаки, давно вот не возил. Я сегодня его на вокзал вез. Так бы сказал. Ема, солнце. Что-то сухо, что-то сухо. И не мокро нифига. Кто говорил, что здесь мокро? Вот смотрите, что-то сухо, что-то все сухо. Это видео для вас. Вот вы не верили, а вот все сухо вообще-то. Видели,
сейчас доберу. Что произошло? Да, не получилось. Пацаны, вкат года. Все, battery empty.